Более 1000 человек были эвакуированы в американском городе Болдер, штат Колорадо. В чем причина, можно понять по роликам от местных видеоблогеров. Вблизи от населенного пункта сейчас довольно сильные лесные пожары с площадью возгорания порядка 50 гектаров. К тушению уже подключили не только сухопутные бригады, но и авиацию. Однако и это пока не приносит никаких значительных результатов. Судя по тому, что люди выкладывают в сеть, пламя распространяется весьма быстро, полыхает и днем, и ночью. И кое-где уже перекинулось на постройки, в том числе жилые. Впрочем, главное в такой ситуации — отсутствие пострадавших.